Так, ну что ж, неплохая машинешка получается. Давайте дальше работать. То есть сейчас мы возьмем вот это ребро, потянем его вот сюда. Немножко заострим на сяру таким образом. Так, далее мы возьмем точки, перейдем и сейчас секунду перевернем это. И эту точку мы поднимем наверх. Точка, точка, точка. Вот эту вот точку мы наверх и потянем. Сейчас секунду. Так, нет, не наверх, а вот сюда. А эту заострим вот сюда. Более острый такой сделаем. Ну, можно, хотя пускай так будет. Так, еще можно вот это ребро немножко подвинуть. Сюда еще немножко подвинуть. GPX сюда. Заострить так вот. Вот. Хороший получается тогда носик. Так, сейчас посмотрим еще. Я такой, чтобы вот тут тоже немножко поправил. Вот по оси X. Движуху по оси X. Так. Угу. Y. Так вот нагнул их. Ну-ка. Да, вот вырисовывается так хорошо. Пусть пока так будет. Хотя вот эту часть можно наверх загнать немножко. Так она более агрессивно будет смотреться, да? Есть. Ну, будем небольшие делать видео по минут 10, чтобы пусть это растянется надолго, зато это будет действительно пособие для меня в первую очередь. Ну, такое ощущение, что вот мне надо вот этот еще GY подвинуть вот так. Прямо она просится. Да, действительно, правильно все. Она просится, и мы это сделаем. Естественно, тут сейчас встанем сюда, правильно. А вот тут должна прорисоваться такая хорошая линия, а у нас тут прям какой-то бардак. Сейчас немножко поправим. Так, теперь вот эту поправим сюда. Ну, немножко вот, возможно, даже эту. Вот так. Так, и, соответственно, вот эти должны тоже быть прямыми. Я хочу развернуть ее. Она что-то не разворачивается. Вот так. То есть я хочу вот эту тут тоже подвинуть. Вот эту точку. Нет, это достаточно. Вот эту можно подвинуть. G по X. Так. Ну и пока вот с этой я еще не знаю, что делать. Пока оставим так. Пока выглядит и так неплохо, довольно-таки.
Да, пока на этом остановимся дальше. Пойдем уже. Так, здесь может быть вот тут нам надо будет. Не, это потом. Это потом. Сейчас я подумаю. Сейчас вот что сделаем. Сейчас выделим вот это, так, где он тут у нас? Этот. Скажем и или ай, как хотите. И задвинем это подальше. Е. Вот так получили сразу же и два глазика, что уже радует. Так, теперь возьмем вот эти две точки. Ну, так, немножечко их подвигаем. Надо тогда уже и три брать. Так, а здесь мы сейчас Ctrl-R поставим. Вот так вот. Чтобы дальше работать с этой мордой лица, нам потребуется еще один. Потому что мы теперь можем выбрать вот эти три точки и сказать им G по X. Ничего, с другой стороны, что-то не очень страшновато получается. То ли мне надо поработать еще вот с этими, то ли сдвинуть ее. Сейчас подумаю, подождите. Мы лучше выберем всего две точки. Вот так. И будем опускать их, скруглять, как бы, получая тем самым. Назад вернусь немножко. Скажу Ctrl-R и сюда чуть-чуть оттяну. Вот так. Вот так вот. Вот так, да, будет лучше. Теперь беру вот эти два. G, Z. Тут глубоковато сел. Подниму назад. Ну, все за рукой сделаю уже. Отлично. Теперь придадим нашей машинке немножко хищности. То есть мы подвинем G по Y. Вот так. И придадим ей раскосость, темность. Так. В общем, вот потихоньку она оформляется это. Но нам уже вот это белое практически уже не надо, я так думаю. Давайте мы ее отключим. Мы уже и так видим, что у нас получается. Пока что неплохо. Так, ну теперь нам нужен радиатор. Скажем, и вот так. И немножко, наверное, мы его сейчас задвинем. G, посмотрим сейчас, как это будет выглядеть. Да. Вот так. Но
секундочку, тут одна проблемка. Когда я говорю и, и B одновременно нажимаю, видите, получается так, что прям как написано, здесь нет, не возникает никаких дополнительных ребер. Теперь G, Y, немножко вот так. А теперь уже и E. Великолепно. Наши 10 минут подошли к концу. Я говорю уже, мы будем идти мелкими-мелкими шажочками, чтобы прийти к тому, чего мы хотим получить в итоге. Окей? До следующего. Сегодня их будет много. Сегодня я закончу.